Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Nova Lens. Я немножечко подшлифовал то, что мы сделали с вами в прошлый раз. Я, собственно, приумножил количество производимого металла, а именно железа, потому что его, оказалось, не хватает уже. Хотя мы, в принципе, пока его толком нигде не задействуем. Также я начал немножко комбинировать у нас здесь добычу меди, потому что ее на этом островке не хватает, потому что камушки здесь маленькие, а нам нужны большие. Количество меди тоже приумножил, меди нам пока хватает с головой. В придачу я совсем уже забыл про тот песчаный остров, поэтому решил его довести до ума. На песчаном острове я поменял старые производчики на новые, то есть мы теперь пакетируем песок. Вот здесь отправляем его на производство стекла в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 8, точнее, да. 8 заводов отправляем на производство стекла, потому что оно производится достаточно медленно все-таки. Вот, потом пакуем это стекло, производим немножечко бутылочек. Этих бутылочек нам пока хватает с головой. И остатки стекла теперь заводим в новый наш ресурс, в линзы. Здесь надо целых 2 пакета стекла, 1 пакет стали. Железо, прошу прощения. Железо мы сюда приносим, собственно, дроном с места нашего производства железа. Что очень логично, здесь же мы его и пакуем. И, собственно, все работает на ура. Правда, я охерел, потому что здесь задействуется целых 4 генератора, чтобы это все давно могло работать. Так, касательно этого, здесь была небольшая логистическая перестановочка, чтобы было само производство чуть-чуть быстрее. Но, опять же, таки, дерева нам здесь хватает. 5 заводов работает стабильно. Я думаю, что мы можем даже еще один поставить. Чем чертяка не шутит, проверим максимум нагрузку, которую мы можем здесь наложить на весь этот ад. Сейчас, если мы посмотрим по... Да, видите, мы вошли в огромный профицит по этим ящикам с древесиной. Тут почти 5000 дерева лежит. Поэтому пока что можем себе позволить расширять, но докуда, пока неизвестно. Этого хватает, этого хватает. Так, дальше. Дальше. Так, здесь ничего не менялось, но здесь мы сейчас будем с вами баловаться. У нас есть, наконец-то, собственно, машина для клонирования животных. Клонирует животных, используя капсулы и другие ресурсы. Пока непонятно ни хера. Поэтому мы ставим ее сюда и смотрим. Так, кабанчик. Требует капсулу с кабаном и дерево. И что мы из этого получим? Мы получим 2 кабана, что ли? А ну погоди. Иди сюда. Иди сюда, мой сладкий пирожочек. Я вас сюда принес, как говорится, я вас отсюда и унесу. Еще и насрал кабан, спасибо. Так, давайте-ка мне что-то надо выгрузить. Что-то надо выгрузить. Давайте я топливо здесь скину. Ребята, вы разберетесь. Точнее, масло. Вы с ним сами разберетесь. И давайте наверх сбегаем за деревом. Ребятки, я знаю, вы тут пылесосите безбожно, но можно я... Чуть-чуть заберу. Если у меня получится сейчас реально их множить, то я хотел бы кайфануть прям. Так, давайте вот это еще оставим. Все отлично. Так, клонер, показывай, что ты хочешь. Нажимаем. Ага, я получил 2 кабана. Ну, слушайте, это читы. В плане размножения животных это точно читы. Тут как бы не поспорить. То есть запускаем еще раз. Сразу запускаем еще раз. Теперь у нас 4 кабана. Теперь мы запускаем еще раз. И еще раз. Это мы каждого клонируем отдельно. О боже, сейчас будет грязь. Сколько зато у нас будет дерьма, господи. 8 кабанов, отлично, давай еще. И то есть мы клонировать можем абсолютно все. И это, кстати, хорошо, это нам поможет закрыть квесты с этим распространением. Это однозначно будет плюс. Я еще и говно поднял, понимаю. Так, блокируем, говно забираем, пусть это здесь валяется. Ну, ребятки, кабаны, у вас здесь кормежки завались, поэтому приступайте к страшным действиям. Все, у нас тут своя орава кабанов. Я думаю, мы можем их не беспокоить. Компьютер верните. Я надеюсь, что вы все сориентируетесь, да, где пожрать, где покакать. Я надеюсь, что у вас все получится. Короче, эта штука точно полезная и интересная. Особенно, когда мы будем решать вопрос с поиском всех ресурсов. Поэтому к этому вернемся. Так, здесь у нас что еще? Я еще перезапустил снова систему. Она вновь работает. А что здесь? Максимум? А, да, максимум уже. Она вновь работает. Соответственно, компьютеры у нас снова производятся. Но, опять же, компьютеры производятся достаточно долго. Поэтому радоваться здесь пока нечему. Но, к хорошим новостям. У нас все есть для создания умных датчиков. Создав умные датчики, мы сможем создать продвинутую электронику.
Правильно понимаю? Единственное важное место, где мы это будем производить. Я думаю, что умные датчики... Сейчас. Давайте с конца эти продвинутые элементы, электронику мы будем производить с большой долей вероятности здесь. Потому что компьютеры здесь, тогда и умные датчики тоже здесь. Но мы тогда перегрузим систему. Подождите, нет, нельзя так. Мы можем умные датчики произвести здесь, тогда у нас доставщики с ума не сойдут. А потом умные датчики и компьютеры перенести на левый остров, там где Титан, и там произвести уже продвинутую электронику. Мне кажется, так оно сработает. Но у нас есть еще более крупная и важная задача, с которой мы еще не справились. А именно, как видите, вот здесь до сих пор у нас производится сталь древним методом, назовем это так. И это надо, естественно, исправить. Бляха, я забыл, что у нас здесь чел собирает до сих пор руду. Подождите. Я думаю, откуда она берется, мать? Я ее все время сбавляю, а она откуда берется. Я ее сбавляю, она откуда берется. Ну что за дичь? Давайте я сюда лучше еще одного доставщика лупану. Пусть он активнее поработает, потому что доставлять здесь точно придется много. А собирать здесь, в принципе, пока нихера и не надо. Так, где-то у нас дружок, держи модуль. Кайфуй. Так, замечательно, с рудой мы потом разберемся. Короче, вот эту всю зону мы должны расчистить с вами. Эта вся зона у нас и пойдет как раз под новое строение. Поэтому руду мы сюда. Водичка, водичка в принципе правильно стоит, но вообще было бы круто. Нет, сюда она не влезет, жаль. Ну, в принципе, ее не надо убирать, у нас здесь все равно антенна стоит. Да, давайте, короче, сметать. Хотя подожди, куда сметать? Нам надо сначала все рассчитать. Сметать он собрался. Так, мы открываем. А, стоп, нам уже не печь, нам электропечь нужна. Ставим, проверяем. Да, стали здесь есть. Требуют от нас пакеты одной и второй руды, точнее слитков. И из них мы будем получать 75 стали. По своему опыту скажу, 75 стали за период их крафта это очень и очень мало. То есть это прям ужас как мало. Поэтому нам нужно будет ставить минимум таких завода 4, а то и лучше 5, чтобы у нас было прям с головой стали. Ну, начнем, наверное, с 4. После чего у нас появится сталь, но потом у нас есть проблема. У нас есть проблема в том, что мы не можем улучшить очистительные заводы. То есть очистительные заводы это по факту наш максимум производственный, грубо говоря. Единственный способ ускорения их это, собственно, машинное масло. Поэтому вот это все здесь будет множиться все равно. То есть мы от этой вот схемы никуда не денемся. Но мы точно можем деться от стали. Давайте тогда ее забирать. Сейчас, правда, очень много стали повываливается. Давайте, наверное, как-то этот вопросик закроем. Например, вот так вот. Немножечко сюда скинем. И при возможности руду тоже туда скинем. Давайте все разберем. Это все в любом случае надо было бы отсюда убирать, как ни крути, поэтому мы сейчас с этим и займемся. Что самое забавное, мы потом еще и надо будет нам эту сталь, которую мы сейчас получим, пакетировать. Потому что спакетировав сталь, мы еще и сможем на ней заработать, потому что у нас есть контракты на пакетированную сталь. Так что об этом пока не забываем. Так, это быстренько заберут. Забираем еще. Ну, где-то 400 единиц, да? Даже 500 почти. Вот еще сотня. Пока меня все устраивает. Так, что мы делаем тогда с заводами? Пока этот мы смещаем. Так, открываем наши самые важные строения, это упаковщики. Упаковщики. Так, упаковщики стартанут у нас, наверное, вот здесь. Потому что мы будем упаковывать с этой части. Давай даже тебя. Не тебя, тебя. Мы перенесем вот сюда. Правильно, правильно. Тогда тебя мы можем отсюда тоже убрать. Так, ты просто сместись вниз, не мешай жить. Тебя сносим сюда. Теперь у нас здесь есть открытая область. И мы можем, собственно, здесь спамить заводами. Хотя одного блочика там не хватит, по-моему, да? Да, одного блока не хватит, чтобы их прям в ряд поставить. Хрен с тобой. Сейчас говно еще перенесем. Так, говно можно сюда запихнуть. А, хотя, стоп. А, так его все равно не хватит. Смысл, что я его тут таскаю. Тут мы можем сместить еще на блок или нет? Ага, сейчас тогда сделаем небольшую пирамидочку. Сейчас вон сек, сейчас все будет. Тут смещаем все на один блок. А что тебе мешает? Ага. А, я понял, мой косяк. Сейчас все будет очень красиво, я вас уверяю. Так, временный склад оставляем. Сталь мы запихуем поглубже, потому что она нам не так сильно будет нужна.
Вас смещаем на один блок, вас смещаем на один блок, соответственно, и вас теперь можно сместить на один блок. И у нас начинается жизнь сахар. Уходи. Тебя можно даже глубже засунуть, хотя в этом нет нужды. И теперь, если мы сместим завод на один блок, сюда влезет второй, правильно? Абсолютно верно. Так, замечательно. Можем их сразу настраивать, чтобы потом просто не бегать, не мучиться. Так, ставим сюда сталь. Ставим еще два таких же ресурс есть. 41 уровень, матерь божья. Так, конфигурацию сохраняем. Дальше. Нам это все нужно будет складировать. Поэтому мы ставим здесь железный покет. Ограничитель до 50. Это очень плохо, но нам придется так сделать. Потому что у нас... Хотя или не придется. Может даже не придется. Давайте я пока по одному поставлю, потом глянем. По-хорошему было бы резерв сделать. По-хорошему, но нам гарантии никто не дает. Так, по складам. Нам нужно сюда дотащить. Нам бы как-то чуть экономнее это все провернуть. Давайте куда-то сюда, наверное, запихну. Так, давай я тебя еще отодвину. Чуть-чуть экономнее. Это ресурсы, за которыми придется не сильно часто бегать, поэтому... Пока пусть будет так. А, где у нас? Упаковка есть. Здесь у нас есть, Упаковка, оно все скрафтит. Закидывает сюда два этих. Получаем сталь. Сталь складируется здесь. То есть, в принципе... Вот настолько мы освободили место. Ну, типа, настолько мощно. Ну и нам в любом случае придется здесь умножить еще сильнее производство вот этого всего счастья. Всего этого счастья вместе с пластиком и со всем остальным. Хорошо, давайте тогда назначим нашим упаковочным материальчиком место назначения. Тут, правда, охереть уже сколько, да, мест? Это уже опасно, я бы даже сказал. Так, еще на этот остров, пожалуйста, отправляйте пакетики. Их сюда заправят. Единственное, что я думаю. Ты здесь точно нахер не нужен. Уйди пока сюда. Ты можешь тоже скрыться во тьму. Мы можем увеличить склады. По стали и по желе... Ну ладно, не настолько прям увеличить. Вот такими их хотя бы сделать. Потому что иначе нам, мне кажется, не будет хватать ресурса, так как у нас... Будут проблемки. Так, тебя сюда. Тебя аннулируем. Они их сейчас сами опустошат. Тебя аннулируем. Так, отлично. Не туда грузишь. Да, сейчас надо будет проблемку одну пофиксить. Но это все, скорее всего, решаемое. Давай. Они уже начали пакеты загружать. Вы рано торопитесь. Сейчас надо теперь медный и железный переключить доставщиков. Так, меди, железо. Смотри, чувачок, теперь тебе надо доставлять вот сюда. Отлично. Так, а ты, чувачок, у тебя вообще одно место доставки, по-моему, да? Плохая история, ну что поделать. Тащи сюда. Так, с ними разобрались. Там у нас даже заводы уже забиты ресурсом. Это очень хорошо. Так, первый стальной запустился. Он будет производить достаточно мало и достаточно долго. Поэтому мы в этом плане никуда не торопимся. Ну, я бы не сказал, что мы сильно сократили, на самом деле. Но если все четыре заработают, то они будут производить, мне кажется, более чем. Так, хорошо. В этом направлении у нас движение есть. Теперь самое неприятное. Мы должны приумножить количество вот этих зданий. Так, три... Понял. 3, 4, 5, 6. Дальше здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Тут тоже, по идее, можно, поэтому сейчас отодвинем куда-то. Давай куда-то вот сюда вообще тебя задвинем. Так, тут не влазит, да и хрен бы с ним. Теперь нам нужно сделать страшное. Нам это все нужно подсчитать. Но я пока на глаз это все сделаю. Так, рецептура, пластик. Пластик 1, пластик 2, 3, 4, 5, 6. Выходит 7, 8, 9, 10, 11, 12 пластика.
Тут выходит 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тогда доделываем здесь еще. Да куда ты полетел? Раз, два, три, четыре, пять пластика сюда. Выходит 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И теперь ту же шняшку проворачиваем вот здесь. Стали нам должно будет хватить, ошметков тоже должно будет хватить, но посмотрим по факту. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все, они у нас поровну идут, хотя вроде бы как пласталь крафтится все-таки чуть дольше, чем пластик. Но мы не будем на это взирать, не будем обращать внимания. Самое важное, что оно начнет у нас запускаться. Теперь нам нужно посмотреть, сколько нам не хватает энергии. Если мы откроем островок, оно нам и не покажет. Я вас понял, тогда ищем просто места, куда мы можем пихнуть генераторы. Мест немного у нас, как вы видите, да, но что-то мы найдем. Так, один генератор дал нам возможность запустить какую часть? Хо-хо, генераторов надо куда больше. Сюда еще один, сюда давай, сюда еще один. Все, теперь все работает, смотрим по энергии. 168 вырабатываем, 135 потребляем. В принципе, по-моему, последний можно было бы даже забрать. Даже немножко забрать. Сейчас заводы запустятся чуть быстрее. Так, все остальные запустили, кстати. Все остальные запустили. Мы знаете, что можем еще сделать? У нас доставщики же там наполовину филонят все равно. Но вроде бы хватает, да, объективно же хватает. То есть они успеют собрать ящики на все 4 завода на повторную загрузку. Пока тогда не трогаем. Пока не трогаем, все работает. Так, тут надо засечь 95 пластика. 93 пластика сейчас. Что с ним будет дальше, вот что меня интересует. Ну и пласталь. Пласталь является ценнейшим ресурсом на данный момент, по той причине, что в электронике он нужен почти около везде. А мы его ручкой перенаправляем сюда. Здесь он работает. А потом мы ручкой его перенаправляем еще и вот сюда. Как вы видите, чтобы не перенагружать уже дронов, потому что это сумасшествие какое-то. Вот, перенаправляем сюда, где у нас, собственно, титана целая куча теперь крафтится. Но, что самое смешное, он почти весь уходит, собственно, на крафт этих штукенций. Но я здесь все ограничил до одного, поэтому здесь, когда забьется до сотни, здесь еще три, то они, в принципе, остановят свой крафт. С розовой жижей у нас тоже вышло очень смешно. Поэтому оставляем как есть. Здесь я могу единственное что, они загружаются и очень долго крафтят, поэтому я думаю, что здесь можно смело еще влупить печей. Мы от этого вообще ничего не теряем. Угля нам хватает. Вроде бы да, у нас все печки забиты углем. Нам этого пока хватит, поэтому это мы не трогаем. Я не хочу здесь ставить вот эту всю упаковкой, распаковкой, херовкой, это все в жопу. Пусть оно там своей жизнью как-то живет. Так, хорошо, теперь мы... А, стоп, я вообще забыл об одном самом важном моменте, по-моему. Сейчас проверим. Так, давайте я им еще сталь здесь оставлю. Ребятки, вам есть с чем работать. Самое важное же. Где оно, господи? Стоп, а что здесь важное? А что нам здесь мигает? Здесь же нихера нет. Или это от этого? Скорее всего, от этого. Так, у нас последний островок. Погнали нюхать, что у нас там. Откройте все 12 островов. Nice, very good. Опять эту херню забрали летающую. Опа, я знаю, что это за ресурс, походу. Удерживай питомец. Питомец не надо. 10 тысяч стали мы скрафтили. Ёпарасоты. Это грязище. Это прям хорошо. Ну давай, разбей уже. Сколько мы получим с одного места добычи? Да, деточка, это они самые. Не надо теперь загадки боссов решать и боссов щемить. Так, что у нас? Ничего не требуется, супер. Давай, что надо? 5 штук. Понял. Держи. Сейчас буду. Бляха, я не могу его расстрелять. Его надо вручную все равно долбить. Сволочь такая. Дружочек. У меня апгрейдженный автомат, лучше не подходи. Я очень опасен. Аж до усрачки. Так, отлично. Я надеюсь, что тоже сейчас 3 хотя бы выпадет. Все супер. Давай, прыг-скок. Дружочек, забирай 5, завершить.
То есть у нас есть целый остров, где мы будем добывать материал, который по сути, якобы, по логике игры, должен быть самым энергоэффективным. Я бы не торопился с выводами, конечно. Но посмотрим. Они, кстати, все почему-то пропали, ну ладно. Вместе с мобами, кстати. Пока этот остров оставляем, пусть он там цветет, пахнет. Мы увидим, что мы сможем с ним сделать чуть попозже. Так, давайте идти по линии производства. А, стоп, я же забыл, нам же здесь еще этот упаковщик стали нужен. Упаковщик стали, куда бы тебя бы, как бы, туда бы, сюда бы. Так, тут резервные эти есть. Да не гоните, что хотите сказать, что ресурса не хватает. Твою мать. Ну за шо? Придется множить сейчас здесь заводы. Нас немножечко отвлекут, скажем так. Буквально шушуть. Я поставлю максимум, сколько они смогут запустить, столько пусть и запускают. Но я поставлю пока максималку. Так, здесь тоже придется множить, к сожалению. Потому что на наши 4 завода стали, видимо, не хватит. Так, у нас здесь места хватит, в случае чего. Бляха, я думал, там камень знаком вопроса, а там это опять птенец всратый. Так, сюда, наверное, дальше соваться не будем. Тут ресурсы один раз заложу, полгода собирай. О, у меня ресурс закончился. Attention, attention. Так, давай сюда. Еще раз, пожалуйста. Нам нужно больше железа, я говорю. Крабы, я надеюсь, что вы без еды не останетесь. А то мне будет как-то жалко вас лишать всего. Так, еще 3 завода железа. Я молю бога, чтобы этого хватило, честно говоря. Но у нас тут доставщик охереет, по факту. Потому что ему нужны ящики собрать. И то, и 5-е, и 10-е. Ну, короче. Я просто буду надеяться, что он будет как-то успевать. Ну, опять же, мы здесь напряглись просто. Мы сейчас за раз напряглись, типа много сделали, но... Потом, когда стабилизируется круг, то я думаю, что здесь будет... Вот, здесь уже медь забита, то есть медь сейчас здесь будет идти чересчур. У нас грибы заканчиваются, хотите прикол? Это при том, что семян здесь херова гора. Так, предчувствую проблемы, причем серьезные. Давайте почистим тогда вот это дело. Осколок где-то там валялся. Вот сюда давайте осколок. Это убираем. Здесь надо хорошенько прибраться. Прям очень хорошенько, я бы сказал. Давайте я это разломаю просто нахер. Пусть лежит. Так, куда у нас там нужно было? Ягоды вниз, 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 вниз. Так, ребяточки, вы там все обосрали? Держи, короче, ягоды, потом соберешь. Ну, срут они бесконечно здесь. Можем посмотреть, склад у нас говна забит. Все супер. Значит, все по плану. Каков бы план ни был, да? Значит, все по плану. А, я здесь еще и не отметил, что это должен быть говеныш. Все, отлично. Тут работа кипит. 50 резервных ящиков. Блях, они все равно умудряются в плюс идти. Блях, теперь чипы закончились, да поймать. Сейчас мы им еще завод тогда на уголь поставим. Че ж поделать. Ну, кстати, пластик по чуть-чуть идет в минус. Либо мы сейчас чуть попозже посмотрим. Так, отдай сюда. Чтобы я хоть что-то крафтить мог. Так, палка, нахер, руда, нахер, что вы у меня забыли вообще? Там еще ягод сотни. Ребятки, у меня для вас еще подарок есть. Срите, не хочу. Текс. Где? Держите еще один завод тогда. Это уже выглядит как ад. Чистый. Но, видимо, им так лучше. Видимо, им так лучше. Главное, чтобы успевали все перенаправлять, серьезно. Ну, тут один ящик лежит. То есть, пока дрон отвозит один ящик, они максимум могут сделать еще один. То есть это максимум, который они могут выжить. Так, давайте вообще скиллы глянем. Может, я что-то упустил там? Так, биотопливо используется за спину. Ну, биотопливо... Ну, мы не страдаем от недостатка топлива. Давайте так, да? Солнечные панели. Вот это забавно, кстати. Это можем убрать панельки лишние, которые у нас там есть. Каждый шар дает больше полива. Вот это давайте. Оно дешевое, оно в принципе полезное. На 25% меньше кислорода при исследовании других островов. Но это уже поздно. Так, более эффективное машинное масло. Ну, суть в чем этого рецепта? Я не знаю, насколько оно эффективно как предмет, грубо говоря. Хотя нам похер, потому что нам хватает машинного масла. Но то, что он проще крафтится, чем предыдущее машинное масло, это факт. Это 100% факт.
Так, и более эффективные удобрения из экскрементов животных и сока. Вот это я, пожалуй, возьму, мы потом глянем. Так, и у нас открывается последний. Для строительства зданий больше не требуется пласта или пластик. Вау! Это просто класс. Это однозначно класс. Так, и теперь исследование. К чему мы пришли, значит? 20 этих мы сейчас соберем. Ну да, сейчас доделаем линию. Доделаем линию и получим суперкомпьютер. Я, правда, боюсь даже представить, из чего он крафтится, честно говоря. А тут, если то супер... А это модуль гиперкомпьютера. Понял. Понял, я не знаю, куда это все совать, на самом деле. У меня даже малейшего представления нет. Ну ладно, давайте идти по линии. Немножечко по линии. Бляха, это можно забрать? Ой-ой-ой-ой-ой. Держите, раз, держите, два. Держите, три. Я вам здесь прям перед носом положу. А, я ж могу прям в этом, да? Ну, все, вообще вопроса нет. Вон, 300 единиц, пишите. Так, сталь забирайте. Давайте смотреть. Мы пришли к чему? Что сборщики у нас здесь производят все, что нам надо. Сюда мы можем притащить линзы. Причем, что у меня там дрон уже даже есть вроде бы. Сюда мы можем притащить линзы. Эти здесь есть. Соответственно, мы получим умные датчики. Датчики вместе с компьютерами мы потом перенесем к Титану. Пока не ясно только одно. Это пропорция, в каком количестве нам нужно в соотношении их устанавливать. Но похер, как говорится. Как говорится, похер. Просто мы начнем их ставить здесь. Давайте, раз, два, три. Ставим рецептуру... Боже, я дебил. Я путаю постоянно упаковщики и сборщики. Они почему-то визуально мне одинаковые. Не знаю почему. Серьезно, хоть убей. Так, упаковщик, вот сборочная установка. Так, ставим сюда машинное масло. Обязательно. Умный датчик. Раз, это все копипастим сюда. Раз, два. Единственный нюанс, что мы, наверное, склад для выгрузки. А можно сюда как-то его впердолить? Можно. Склад для выгрузки линз мы оставим здесь. Вот так, теперь надо вернуться к линзам. Товарищи. О, у нас целый забитый этот с линзами. Вот здесь мы, да? Да. Ставим сюда. Все, тащите ребонь. Я думаю, ты справишься. Так, что у нас по пластику? Ну, пластик, грубо говоря, стабилизировался, но у нас грибы закончили. Это и смешно, и плакать хочется, на самом деле. А в чем проблема? Я не могу вкусить. А, тут говно не используется. Эйо, пересете, ядрен батон. Супер удобрение, погодите, не-не-не. Говна срочно сюда навалили. Так, говна навалили, сейчас должно стать чуть бодрее, но это все равно, скорее всего, не исправит положение. Нам было бы очень неплохо поставить еще одну ферму здесь. Сейчас посмотрим. Пока во всех пластиковых не, вот в двух-трех нету. Но грибов прям не хватает, слушайте. Грибов прям не хватает, а с пластали что? А пластали до хера просто, это хорошо. То, что пластали много, это хорошо. Так, поперли у нас первые... сейчас как они долго крафтятся? Два, три. Раз, два. Они быстрее компьютера крафтятся. Приблизительно со скоростью самих схем. Ага. Тогда мы можем заранее просчитать, что нам дальше надо. Мы дальше берем сборочную установку. Стоп, а я здесь... Пожалуйста, пожалуйста. Один. Вот здесь 100 надо убрать на один. Тут у нас 91 штука есть, да. Сейчас у нас пойдет небольшой заборчик этого дела, поэтому мы сделаем вот так. Энергии теперь не хватает, добрый день. Ставим сюда стандартный этот, копипастим пока так. Пока что так, по энергии, ну у нас все просто по энергии. Где-то надо найти узенькое пространство и, пожалуйста, еще один генератор. Так, хорошо, сейчас я перепроверю на все пожарные запасы здесь. Тут все супер, вообще. Вопросов нет. Тут все супер. Так, этот производим, и теперь мы должны, получается, эти датчики вместе с компьютерами перенести отсюда нахер. Так, единственное, что я вот это опять забыл сделать. Один, один. 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 Так, теперь мы это все можем вручную с помощью, собственно, этих херобор перетащить вот сюда.
Вот сюда, только сейчас надо приметить местечко. Так, титан. Ну, титан у нас не то, чтобы в переизбытке. Вот в чем опять-таки нюанс. Титан у нас не то, чтобы прям тут мы прям плаваем в нем. Окей, давайте пока старый способ перекида. Где стрелочка, не вижу. Первый есть. Не в ту сторону. Так, и здесь мы передаем, получается, компуктеры. Где компуктеры? Компуктер. Вот компуктер. Так, а сюда передаем новый элемент, датчик умный. Их пока что-то не видно. Но я думаю, мы их обязательно дождемся. Так, здесь выстраиваем всю ту же схему. Опять же, неизвестно, какое именно количество нам надо будет. К сожалению. Все ресурсы нужны по единице, это, конечно, хорошо. Но в каком количестве они нам надо будет дальше в крафте, пока непонятно. Но нам это не мешает их строить спокойненько, да? Давай-ка, дружочек, прежде здесь нашу уголь. Давай вот сюда тогда задвинем. Раз и... Хотя бы три. Начнем, как всегда, с чего-то попроще. А тут топливо у нас... Топливо есть, да, все супер. Тогда вот сюда фигачим еще один генератор. Так, держи, значит, масло. Новую штукенцию. Это все копипастим. Раз, два, три. Ну и, собственно, по-хорошему нужно дождаться хотя бы один выхлоп. Так, у вас как дела? Они очень долго крафтят. Они очень долго крафтят, поэтому я думаю, что мы здесь немножечко густанем их, так сказать. Насколько это возможно. При том, что это они с машинным маслом так долго производят. Это грустно. Это грустно, но терпимо. Почему меня краб бьет? Краб, не бейся. Я ж тебя не трогал. Злое говно такое. Да, мы ждем, собственно, умные датчики. Все остальное у нас есть. О, первые умные датчики пошли, три штуки. Их загрузили, титан повторно загрузили. Компуктер и титан, все готово. Вот с остальным... Я думаю, что нам еще и компуктеры надо будет умножить. Что-то мне подсказывает. Так, давайте сюда еще одну сборочную на этот. А сюда еще три на компуктер. Опять не хватает топлива, понял. Держи бонус. Так, сюда ставим машинное масло. Оно повысит потребление, собственно, пластали, но ничего страшного, у нас ее пока хватает. Компуктер вообще еще медленнее производит. Зачем эти датчики на самом деле? Ну ладно, не суть, не суть. Суть в том, что мы их получим, и сейчас получим первые детали. Которые тоже охереть, как долго мать его крафтятся. О, господи. Так, хорошо, что нам там не хватало? Сейчас по исследованиям давайте проверим. Там же еще надо эти собрать, желтые камни, да? Тыгдын. Так, смотрим. Одна это финтифлюха и 20 желтых камней. Сколько у меня есть? Сколько? У меня есть 7. Малевато будет. Будет немножко малевато. Они тут бегают, они довольны вообще, до усрачки. Бляха, тут враги постоянно, да? Ну здесь, наверное, даже нужен дрон. Помощник в плане долбежки. Нихера себе! А так всегда с них теперь падать будет? Если да, то я готов радоваться очень сильно. Нихера! Нормально. Короче, до энергии точно надо будет дойти атомной этой и посмотреть, что мы с нее сможем выжить. Хотя уверен, что она не будет выгоднее почему-то, чем биотопливо. Тем более, что у нас под биотопливо уже вся система налажена, как бы. Так, давайте проверим, что сталь там. Так, сталь. Смотрим. Стали настолько много, что она не выходит из складов. То есть то количество стали, которое у нас задействуется в производстве пластали. Нам чешуй не хватает, хотите ор? Ор выше ор, нам реально чешуй не хватает, ребята, шо у вас там? Ох, это, конечно, будет проблема сейчас, ну ладно. Так, мы можем вас вот так скомплектовать? Можем. Могу ли я тебя отсюда нахер вообще куда-то убрать? Вообще супер. Так, нам, значит, нужен еще один хлев, и нам нужно сейчас размножить
этих товарищей. Я не уверен, что у меня получится прям. Я могу их отсюда забрать? Походу, да. Как же ты долго забираешься. Тихо, второго бить не... А боже, он выплюнулся наружу. Господи, я думал, что я его просрал. Это было бы очень неприятно. Так, где у нас, где у нас, где у нас? Давайте я сюда сгружу это все лишнее. Так, нам нужен множитель. Множитель наших пирожочков. Где он? Вот здесь. Что за ресурс тебе надо, чтобы тебя размножить? Кость. Пфф. Не благодари. Чего-чего, костей у меня завались. Так, нам надо намножить 3 на еще одно место и 5 на сдачу. Правильно? Правильно. Поэтому раз. Мне нравится, как его перекособочивает бедолаху в процессе. Так, 3 должно быть 8. Работаем над восьмерочкой. Что? А как оно? А, понял, как оно. Все, вопросов нет. Так, 8 у нас есть. Все, косточки оставляем. Эту штуку можем разобрать. Она нам не так часто нужна, чтобы она прям постоянно тут стояла. Так, а, я дебил. 9 надо. Надо с одного еще и вернуть. Мы ж одного забрали, но не вернули. Так, держи. Держи, держи. Угу. Вот теперь все готово. Компьютер на базу. Так, товарищи, смотрите, значит, какая ситуация. Можно зайти, спасибо. Так, я вам одного пирожочка оставлю. Зарегистрировать, все, супер. Возвращаемся сюда, идем сюда. Добрый день, будьте добры. Так, этих оставляем, они по заданию нужны будут. Добро пожаловать в ад, как говорится. Все, мед вам тоже будут поставлять. Периодически. Единственное, что я не уверен, что нам даже этого хватит, честно говоря. Ну, посмотрим. Я помню, как я 300 штук выкинул просто этой чешуи. Потому что она нам мешала, она нам ни туда, ни сюда. Так, производят они по 3 за раз. То есть сейчас они быстренько запустят все производства по новой. Пока крафтится одна пласталь. Ну, давайте поэтому оценивать. 2 раза крафтится чешуя. То есть мы крафтим по... 12 чешуи за один прокрафт. Нет, нам этого, кстати, не хватит. У нас 17 крафтов пластали. Это херово. Это херово, но проверим. Нам пластали все равно пока что хватает, да? У нас пластик закончен. У нас грибов нет, Карл, господи. У нас грибов не хватает. Дружок-пирожок здесь пытается, конечно, собирать. Они пытаются крафтить постоянно семена, но... Этого тупо не хватает. То есть нам надо еще где-то здесь вместить еще одну поляну. Я правильно понял? Я, походу, абсолютно правильно все понял. Технически я уже вижу, как она сюда вместится. Отчасти. Смести вот эту всю хрень. Ну, короче, центральный остров, как мы его не пытались уберегти от... Уберечь, точнее, от страданий по перенасыщению строениями, но, по всей видимости, не суждено, как говорится. Раз, два, три. Ну да, видите, вон 3 штуки стабильно не работают, даже 4. Стабильно не работают, это мы с объяснением. Бляха, ну с грибами бы лучше быстрее разобраться, на самом деле. Честно говоря. Так, я уже запутался, что где. Так, здесь мы датчики производим. Так, датчики уже ушли. Так, первые уже должны быть готовы. Или это я опять столько в меню пробыл, что они не успели скрафтиться? Да ну не гоните. Я хочу сейчас сразу просто все эти новые исследования закрыть. Чтоб ко мне не приклепаться. 10 умных датчиков. Юпи! Титана, на удивление, кстати, хватает. Ну, просто эти крафты, они очень долгоиграющие. То есть, они прям очень долго крафтятся. Что в одной из частей как бы хорошо, в другой, ну, фу. Можно было бы и побыстрее. Давай, рожай. Есть. Есть, есть, есть. Давай, первый пошел, второй пошел. Третий пошел. Не то. Угу. Третий пошел. Все, погнали исследовать. Пока оно работает, и слава богу, и не трогаем. Единственное, сейчас остался вопрос с чешуей и с грибами. Так, где у нас станция? Добрый день, я к вам с подарочками.
Так, суперкомпуктер. Он в электропечи. По-моему, да? Или в сборщике? Не, в сборщике. Так, хорошо. И атомка. Вот это самое интересующее меня. Это забираем. Используют батареи для питания острова. Элементы питания с стабилизацией. Ну, короче, питание из них батареи. Из батареи, собственно, этот. Ну, это понятно. Теперь глянем, что по качеству у крафта. 43 уровень. Это супер. Так, смотрим. Батарея требует биотоплива. Две эти херни и мега железо. Это очень плохо. Это отвратительно. Так, сами детальки, да, 10. Ну, то есть, это не 10, погоди. Стоп, я только сейчас понял. Ой-о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 й. Это 1000. 1000 этих встратых желтых камней. Сотня вот этих штук. Выйдет 150 всего лишь. Ой, какой ужас. Я не хочу даже трогать атомную энергетику, серьезно. Но она производит 120, мать его, энергии за раз. Единственное, непонятно, насколько быстро выедаются эти батареи. Это не ясно. Так, давайте еще сборщик глянем. Сборщик новый этот. Так, он требует еще вот эту розовую жижу охладитель. Которую мы, кстати, так и не ставили, по-моему, на крафт. Да, мы точно ее не ставили на крафт. И два, собственно, две продвинутые электроники. Но это жопа. Это прям жопа. Я думаю, что это я буду уже крафтить разово, я не буду ставить на поток. Ну, потому что нахер надо. Так, здесь требуется 5 этих комп... И 5 батарей. Иди в жопу, пожалуйста. О, так, где у нас зверушки? Зверушку давайте пока сюда. Так, это пока оставим, что нам палки не нужны, палки в мусорку. Пластики давайте вернем, у нас не участвуют уже в этих процессах. Тогда вот что мы делаем. Мы берем товарищей из сборщиков. Это раз. Товарища переносчика. И там же есть агрессивная среда, насколько я помню, да? Поэтому давайте еще и боевого. Все, полная команда. А, подождите, подождите, подождите. Я же теперь эти бусты бесплатно крафчу, да? Боже, как удобно. Так, тебя тогда сюда. Давайте мне еще 5. 4 буста, точнее. И мы тогда пойдем сейчас сделаем грязную вещь, которая для нас будет супер полезной. Спасибо. Поставим уже на добычу тогда желтые эти камни. Пока я буду все остальное там как-то корректировать, чтобы эти камни хотя бы продолжали добываться. О, какая же ты противный кусок говна, господи. Так, давайте тогда быстренько. Место дислокации. Боевой дрон. Сразу же его бустим. Держи. Так, тебя ставим, бустим. Тебя ставим, бустим. Тебя ставим. Подожди. Тебя тоже бустим. Так, вы на добычу камней. Сейчас я, погодите, склад бринка поставлю, а желательно два. Отцепись ты от меня, господи. Он достаточно долго убивает их, на самом деле. Но, с другой стороны, они толпой только на старте, потом их будет гораздо меньше. Так, пока что делаем вот так. Этот склад назначаем как целевой. А эти склады назначаем им как склады сбора. Это приведет к тому, что у нас будет два гигантских склада, забитые вот этим, собственно, чудо-ресурсом. Единственная сложность в том, что он добывается, собака, очень долго. Даже в два дула, если они добывают, они все равно добывают долго. Но они будут добывать гораздо больше. Гораздо больше, а именно... Спасибо, что перенес сразу. 24 единицы за раз. Это прям серьезная заявочка. А маг собирается? Или это не маг? Что это такое? Ты что такое? Кровавый цветок здесь прям растет? Покореть не встать. Хера себе. Их просто уничтожаю нахер. Так, хорошо, оставляем тогда этих ребят пока наедине. Не собираем мусор по пути, желательно. Они будут у нас трудиться работать. Так, здесь у нас что? Ну, здесь мы на пределе возможностей, судя по всему, работаем. Ну и поэтому у нас целая куча ящиков со стеклом. Но я здесь ограничу, поэтому это разовая акция. С этим у нас все тоже хорошо. Короче, проблемы нынешние, которые я решу уже за кадром, это, собственно, грибы. И проблема с чешуей. Если мы посмотрим, да, ее все еще не хватает, 4 производства не работает. Но это самое смешное, не влияет на конечный результат. Потому что вот, пожалуйста. Все забито пласталью, и даже основной склад начал нагружаться. В
целом идем неплохо. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.